Thank you.
красиво. Готова Россия! Мы влупим гол скоро, все сделаем клево, всех сделаем снова. Россия готова! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Приглашается судейская бригада. Р2 приглашаются Наумов Матвей, Набиуллин Илья. На татами номер один готовится Шестобитов Никита, Екатеринбург Копырина, Рахматуллин Марат, Челябинск Муратов. Давай!
На татами номер один Кричмар. Играется дополнительная минута. Thank you.
татами номер один приглашается Федоров Андрей. Спасибо.
После перерыва на татами номер 2 готовится категория мальчики 8-9 лет до 35 килограмм.
Водитель автомобиля ВАЗ-2112, номер 399, подойдите, пожалуйста, на стоянку. Вы загородили автомобиль. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, номер 399. Подойдите, пожалуйста, на стоянку. Вы загородили автомобиль. Вот туда, еще туда. Вот, 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 перебивай, подружка, молодец. Вот, вот, левую ручку. Вот, левую ручку попал. Вот, 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 вот. Номер 399, подойдите, пожалуйста, на стоянку. Бузмакова Юля, клуб «Торнадо», город Артемовский. Товарищеская встреча. Татами номер один готовится категория мальчики 10-11 лет до 35 килограмм. Гусев Никита, город Екатеринбург, Левакин Александр, город Реж. На татами номер два победу одержал Набиуллин Илья, город Артемовский. На татами номер один готовятся мальчики. На татами номер два приглашается Идрисов Максим, город Екатеринбург, тренер Копырина. Калмогорцев Илья, город Екатеринбург, тренер Васильева. На татами номер один готовятся мальчики 10-11 лет, город Артемовский. Костин Андрей, город Артемовский. Гусев Никита, Голиков Кирилл, Арамид. На татами номер один победу одержала Бузмакова Юля, город Артемовский, клуб «Торнадо», тренер Харьков. На татами приглашается Гусев Никита, город Екатеринбург, Голиков Кирилл, город Арамин. Готовится Лунгу Никита, город Екатеринбург, Рябков Александр, город Реж. Yeah!
Раз. На татами номер 2 победу одержал Аронов Максим. Ничья. Объявляется дополнительная минута. На татами номер 2 следующая категория. Мальчики 6 лет до 20 килограмм. Копырин Максим, город Екатеринбург. Кошкин Роман, город Аранин. Готовятся Пичугин Максим, Лысенко. Давай.
взвешивание. Дополнительное время 1 минута. Thank you.
аналитики. Дипломом награждается Копырин Максим за первое место в возрастной категории 6 лет до 20 килограмм. Дедушка, встаньте, я буду здесь. Ну, Лесь, с почином вас. Уходите. Всем кыш. Следующий отбег. За первое место в возрастной категории 6 лет до 25 килограмм награждается Федоров Леонид. За второе место награждается Плесунов Иван в возрастной категории 6 лет до 25 килограмм. За третье место награждается Макаренко Кирилл в возрастной категории 6 лет до 25 килограмм. Мальчик второе место, поверни медаль. Мальчик второе место, поверни медаль. Молодец. Все, садись. Угодный. Возрастной категории 7 лет, до 20 килограмм. За третье место награждается Касаткин Егор. Дипломом награждается Буксин Андрей за второе место в возрастной категории 7 лет, до 20 килограмм. Возрастной категории 7 лет, до 30 килограмм. За третье место награждается Молочкин Костя.
чемпионом в этой возрастной категории становится Богданов Андрей. Марс, день рождения!
Нет, слушай. Да. Мальчики. Мальчик, улыбочку. Никитос, Гусик, на меня посмотри. Все, домой. Да. Yeah.
лучшую технику награждается Мова Елизавета. Подарка не уйдет. Нет. Согласен. Кроме того, организаторами турнира установлена следующая номинация от территориального распределительного органа государственной власти Свердловской области, Управления социальной политики, Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району награждает Кошкина Романа, участник конкурсного первенства Артемовского городского округа по картеке Кузенгай, признанного лучшим в номинации «За волю к победе». Наши гости, большое спасибо, что поддержали наш турнир в нашем городе. Думаю, что турнир прошел на неплохом уровне. Конечно, есть еще к чему стремиться, есть еще над чем работать. И в дальнейшем при поддержке со стороны и городской власти, и со стороны федерации, я думаю, что наш турнир в дальнейшем будет традиционным. Хотелось бы в дальнейшем надеяться, что те команды, которые у нас сегодня были, будут еще не раз на наших соревнованиях. Ждем вас.